członków kadry narodowej. Польши Министерство до здравия подало, что до за 9 апреля безопасности все по ученики всей в Польше, стране в том также ученики класс 1-3 будут от понеделька учиться здально. Это плохо. Польша выполнила закладанные цели и защепила уже 3 миллиона осіб. Кроме этих рабочих отелей, полномочник рządu до справ народового программы щеплений приказал информацию в справе запису колейных групп. Шеф канцелярии премьера признал, что есть меньшее заинтересование щеплениями в рочниках 1952-53. Жалко. 22 марта розпочнемо, чи уже в найближчий понеділок, розпочнемо реєстрацію для сеньорів в віку 66 і 65 років. Натомість теж одразу хочемо заанонсувати цю квестію і така децизія, якщо западне, то будемо теж о ній.